Hola, amigos. Вот на третий день наших странствий по джунглям и горам Перу мы добрались до древнего городища инков Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу — это четвертое чудо света, посещенное нами. Вот находится почти на 3000 метров над уровнем моря. Обалденно красивые пейзажи, очень живописно. Горы, джунгли, каменные руины. Но, конечно, после чеченицы на полуострове Юкатан выглядит немножко блекло. Вот. Еще здесь водятся дикие шиншиллы. Вот мы их только что видели. Они прыгают в камнях, щиплят травку. Огромное количество диких лам, которые совершенно ручные. Они пристают к людям, их можно гладить. В общем, здесь классно.